Благотворительная республиканская акция «Наши дети» в Ленинском районе Бреста началась с действительно важного и торжественного события. Первый заместитель главы администрации Владимир Семенюк со словами уважения и благодарности за самое ответственное и почетное призвание быть многодетной мамой вручил замечательным женщинам высокую награду – Орден Матери. Для нас, для граждан Республики Беларусь и для каждой семьи важно что? Воспитать новое поколение, чтобы они росли здоровыми, счастливыми, чтобы они были окутаны заботой. И, соответственно, это очень важная тема и в целом для Республики Беларусь, потому что тогда и будет расти, и дальше развиваться наша страна. Всего до этого момента в Ленинском районе Ордена Матери были удостоены 125 женщин. В этот день к их числу добавилось еще 6 счастливых представительниц прекрасного пола, достойно воспитавших 5 и более детей. У каждой из них есть свои маленькие секреты воспитания. И один большой на всех – это бесконечная любовь к своим детям. У нас в семье 5 детей. В планах у нас не было, конечно, столько детей. Ну, как получается, так и получается. Очень приятно, что нас пригласили сегодня на представление, на вручение ордена. Дети мои очень довольны все. Все стараются, все отличники. Я думаю, что чем больше любви вкладываешь, тем больше получаешь отдачи. В нашей семье 5 деток. 3 девочки и 2 мальчика. Конечно же, материнство – это большое счастье. Я рада, что могу детям свой опыт передать. Рада, что мы воспитываем вместе всей семьей. Быть мамой, конечно, сложно, но это в миллион, в тысячу раз окупается. Любовью детей – это большая награда. Торжественная церемония дала старт праздничному новогоднему мероприятию в рамках благотворительной акции «Наши дети», на которой были приглашены более 400 детишек-сирот, инвалидов, а также тех, кто остался без попечения родителей. Каждому из них в эти дни важно подарить ощущение праздника и чуточку тепла. Ребят ждали сладкие подарки, увлекательная викторина, розыгрыш призов и, конечно, волшебная сказка. Актеры Брестского театра драмы показали детишкам сказочную постановку под названием «Ледяные чары». Госпожа Вьюга из зависти к Деду Морозу пыталась заманить и заколдовать его помощников, ведь так она точно испортила бы детям праздник. Но благодаря поддержке и участию маленьких зрителей удалось преодолеть ледяную магию и вместе встретить Новый год.